Получается, что и год был не просто насыщенным, а знаковым и поворотным таким в судьбе Я бы сказал, технологии. переломным. Переломным, да. Несмотря на трудности. Да, в первую очередь в моем сознании. Я же все-таки веду вот это все. Я собрал инвесторов, я собрал компании, я дал технологию, да. Я не то, что я там люблю хвастаться, я, нет, не, ну вот так оно и есть по факту, а что? Мы должны говорить, что и я в данном случае. Поэтому в моем сознании тоже пришло вот это понимание, на каком переломном участке пути в будущее находится наша цивилизация. А я часто этой цивилизации. У меня есть семья, есть дети. У меня есть внуки. У них тоже будут дети и внуки. Я хочу, чтобы жили в мире, в котором я нарисовал, а не в мире, который вот нарисовали эти глобалисты и либералы. Конечно, люди сами будут выбирать, в каком мире им жить. Я хотел бы, чтобы они выбрали тот мир, который я предлагаю, как инженер. Не как человек, который зарабатывает деньги, не как человек, который хочет быть, управлять миром, да? Иметь там 5 яхт, они за 3 острова, я не знаю, там, Боингов, десяток и так далее. А это же глубинное государство, так называемая эти вот элита, она же для этого, чтобы сохранить свою власть и приумножить свои богатства, да? Они же все через хотят прирастить в стадо баранов, да? У меня же совсем другие цели, я же не для себя это делаю, не для своего блага. Для людей, для человечества. Я не собираюсь этим управлять. Оно само будет это существовать. Оно должно самоуправляться. Потому что линейные города, кластеры, это будут как общины, где каждый из них может жить, ну, по своим законам, образно говоря. По своим, может собраться круг интересов, вот, да, и там, не знаю, по каким-то религиозным мотивам, или там, я не знаю, там, или люди искусства могут собраться, или там физики, или лирики, или так далее, или там еще какие-то интересы. Так ради бога, живите общины по своим правилам, ну, естественно, не нарушая законов страны, в которой ты живешь. Кстати, интересно, вот только что подумал, вот вас часто сравнивают с одним американским визионером, наверное, не будем называть фамилии, но Так личность довольно назови, ну известная, так ну, я еще имею в виду даже. Илона Маска, который недавно объявил себя технокоролем. Он, вроде как он даже такую официальную должность в компании Tesla занял. Так вот, разница какая? Король — это как атрибут власти, Конечно. атрибут того, что мне принадлежит. Я монарх, я суверен. И инженер. Кажется, вроде как нескромно. Но если сравнивать, то получается, что очень скромно, предельно скромно, потому что инженер — это просто тот, кто обслуживает потребности человечества, по большому счету. Ну, какой-то группы людей. Тот, кто создает инструменты для того, чтобы людям жилось легче. Да, и поэтому я инженер нового мира, а не старого мира. И мне создают технологии, которые приведут в новый мир. Более правильный, более человечный, где для человека будет место. Вот в том мире, куда и ведут, он те ведет этот технокороль, там нормальному человеку лучше не быть в этом мире. Ну и мы видим, вот, исходя из того, что мы сегодня с вами вот обсудили, что успели за этот короткий промежуток времени обсудить, что это не просто некий новый мир, дивный, абстрактный, да, что это новый мир, который уже сегодня создается и Мы есть. можем показать его, каждому вот приехать и убедиться в том, что он есть. И теперь у нас появились новые проекты, мы получили опыт сертификации, в принципе, дальше будет Только лучше. только лучше. Я думаю, вот следующий год будет лучше в нашей жизни, этот год. Так что с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо. Global Star Club. Возможности безграничны.